остановить внимание на продуктах Power. Вот это женская половая система, мужская половая система. Результаты просто. Как-то Ирина Владиславовна проговорила, что хорошо бы так их в паре пить. Вот она назначает, говорит, можете вначале женскую попить, потом мужскую. Вот в паре, мужчинам вот женскую можно пить. Но женщина мужскую надо пить обязательно. Причем мужская система, она работает не только с половой системой, а еще с почками очень хорошо, с мочевым пузырем. Вот. А женская, только женская половая система больше упор делает. Так вот, если это все объединить, это же все органы малого таза. Оно все там вместе. Представляете, вот мы так смотрим, сколько тут органов помещено. 12 метров кишечника тонкая. Это же вообще где-то какой-то Господь Бог уложил так, все красивенько упаковал. Вот. А они там друг с другом все живут вместе. Поэтому работает великолепно. Значит, у меня получены личные результаты, и я уже кому посоветовала с возрастом. Есть еще проблема энуреза у молодых людей, там и у детей бывает. А с возрастом у всех слабеет связки, слабеет мочевой пузырь. И уже, знаете, это самое, вот мы... Встречалась я тут, она говорит, ой, я говорю, давайте чайку попьем, Людмила Петровна. Она говорит, ой, я не буду, потому что я потом не добегу. Да, вот. Холодно было, дождь пошел, было так холодно. И мы сидели в кафе, она говорит, я потом не добегу домой. Вот. Я говорю, ну сходите здесь, она говорит, все равно могу не добежать. То есть уже не держит, есть уже эта проблема, и это ничего тут такого нет. Да? Вот это будете в паре пить пауэр женскую, мужскую с 18 до 19. Каждый вечер. И вы увидите, как подтянется мочевой, как укрепится вся эта система, как это все поменяется. И не будете, я тоже, смотрите, вот Мелс Хеппер, печень, паразитарка, желательно пить в 9 часов вечера, перед сном. Но надо же запить стаканом воды. Все, это ночь бессонная. Вот, сейчас я пью столько воды, вот я вообще ночью не встаю. И даже утром просыпаюсь и тоже не схватываюсь, не бегу. А еще могу полежать, потянуться. Вот. Я вот результат, знаете, когда же хорошо мы не замечаем. Мы не ценим, когда хорошо. Когда болит, о, что там такое. Вот. Я заметила это случайно, потому что когда я поехала работать в Черкассы, и мы работали там и в холодных кафе, и все. И молодые мои партнеры бегали по несколько раз в туалет, а я не бегала. Вот. Говорят, не хотите, говорю, я не хочу. Я даже не замечала. А потом я обратила внимание, боже, они уже по 3 раза сходили, а я ни разу. Понимаете, вот потом я на поезд садилась, поезд опаздывал на 3 часа, я села в поезд, легла спать, в туалет не ходила. И 3 часа, что на холодном вокзале ждала поезд, это сама, тоже не ходила. Я только утром поняла, что я уже столько часов не бегаю в туалет. Это потрясающие результаты. Поэтому, уважаемые мужчины, представьте, на железе. Результаты потрясающие. Вот Лена рассказала, что там паразиты выходили, все что угодно. Потому что причины могут быть разные сбои. И половой активности, и недержание, и все, что вы хотите. У мужчин это очень проявляется. Это очень такая тема болезненная.